Сотовые войны, вот по такую аутентичную историю, максимально близки к всем вариантам, которые мы видели когда-либо в Дубае, в Китае по фотографиям, и, собственно, максимальное попадание в фотографию полученного клиента. Такая состаренная история, как будто бы нашли его где-то в Поскопке. В глине обожженный такой. И, соответственно, очистили его. После этой очистки остался вот такой эффект интересный.